ценности, они заложены были именно Валерием Николаевичем очень глубоко и основательно. И в жару, и в холод, и в дождь. Круглый год он стоял на поле, на бровке. Если бы каждый так относился к своей работе, мы бы далеко ушли, как страна. У нас бы была куча там успешных компаний, куча успешных предпринимателей. Потому что он действительно жил своей работой. Таких очень, очень редко можно найти людей.